темно совсем. С кем друг твоя? Никогда не любим, не забыт, не открыт. Первый диск «Мумитроля Морская» вышел рекордным тиражом, имел бешеный успех и в считанные дни превратил группу в кумиров целого поколения. За 20 лет армия фанатов выросла, а успех стал мировым. Это доказал концерт в честь юбилея первой пластинки, который собрал несколько тысяч фанатов в тельняшках. Как и в 96-м году, сегодня песни из «Морской» звучат актуально. Подпевали прямо из зала. Каждую ноту, каждое слово, тексты «Мумитроля» для приморцев, как второе имя. Я ее мальчик. Я другой. Такого шоу Владивосток еще не видел. Световые инсталляции от лучшей команды в стране и десятки киловатт звука унесли зрителей далеко, в другие галактики. Более 6000 зрителей сегодня пришли в Эдисов-арену, чтобы услышать главные хиты альбома «Морская» группы «Мумитроль». Свет, звук передать это просто невозможно, но мне кажется, Верон можно считать официально открытым. Разогрел зал или подлил масло в огонь музыкант из Новой Зеландии Грэм Кэнди. Его приморская столица услышала впервые. И такого горячего приема, похоже, Кэнди не ожидал. Исполнила группа и новую песню под названием «Ответственный за романтику». Встретили ее фанаты тепло, почти с той же любовью, что и когда-то медведицу. Напоследок «Мумитроль» порадовал сюрпризом. Сегодня вечером на главной сцене фестиваля группа даст еще один мини-концерт. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.